Марс я не возьму точно. 27 июля 2018 года. Полное лунное затмение. Харьков, Украина. Фокус уходит. Ну это я ничего не могу сделать. Потому что. Ну нас стали, не знаю. Я не просила лампочку дать. Электрик ходил и ставил лампочку. Снесли мир на суперзоне этим телескопом. Что, ты сделал? Нет, это не мое. Итак, сейчас едва видно Луну, и снизу видно точку Марс. К сожалению, сейчас нет смысла даже наводиться на Марс, потому что на Марс будет в любом случае виден как точка. И это даже не с точки зрения оптики и самой камеры, которая у меня. А с той точки зрения, что сейчас на Марсе пылевая буря, и четче картинку даже с телескопа Хаббл не удастся сделать. Сейчас у нас 22 часа 44 минуты. Сейчас только началась полная фаза, из-за чего виден незначительный серп Луны. Вот. Но через 45 минут все станет темнее. Конечно, все нарушает вот эта засветка городская. И плюс ко всему у нас есть некоторая облачность. Вот такие вот, уважаемые зрители. Остался тот самый момент, который, вот, собственно, мы ждали. Сейчас Луну абсолютно не видно. Та маленькая точка, которая находится сейчас у вас внизу экрана посерединке, это Марс. Мы его сегодня использовали для поиска, то есть где он находится. Это не дымка от Луна полностью перекрыта в своем виде, а перекрыта планетой Землей. Это будет продлеваться не очень долго. И, собственно, полная фаза до окончания полной фазы. То есть сейчас самая темная точка. Она продлится около 4-5 минут. Реально Луны сейчас мы не видим. То есть у меня по соседству товарищи. Вот. У меня вот товарищ сейчас чисто на длинном зуме ее детектирует. Но на видеокамеру ее зафиксировать невозможно. У меня просто не хватает светосилы. Вот такое вот наблюдение. Сегодня 27 июля 2018 года. Конечно, не так сильно видно, но вот она, серп на камере виден Луны. Сейчас 12 минут первого.
И мы, собственно, наблюдаем одну из последних фаз лунного затмения. Она самая длинная. Луна, кстати, меняется у нас реально на глазах. Если сейчас возврат камеры вытянет, то мы сейчас ее увидим. Ну, в принципе, вот. Вот она, вот небольшое отличие в яркости, по яркости есть. Вот красный низ видно. Это значит то, что Луна у нас потихонечку возвращает свою видимость после того, как Земля прошла по ее, по солнечному пути. По-прежнему виден Марс. По-прежнему он ее сопровождает. Где-то там за домами у нас еще должен быть виден Юпитер. Чуть раньше вооруженным взглядом можно было еще Сатурн увидеть, но вот так вот. Еще единственное, что нам не повезло, что сегодня у нас над нами пролетала МКС, но мы ее не увидели из-за плохой видимости. У нас дымка тут. На этом, пожалуй, все. Обычную Луну и так можно посмотреть, а предыдущие фазы, они похожи.